первого места начинается старт всех саней. Сейчас мы провожаем очередных участников. Поехали! Главная задача даже не сделать оригинальные санки, а успешно спуститься на них с высокой ледяной горки. Потому что есть вероятность не доехать до финиша. Еще можно ехать слишком быстро и потерять управление. Когда смотришь на спуски со стороны, порой кажется, что скорость 100 км в час. Больше 50 участников едут на всем – на школьных партах, на танках и даже на самоваре. Да, мы первый раз на первую нашу попытку. Но мы очень довольны. Адреналин плещет. Мы приедем еще обязательно и не раз. Расскажите, пожалуйста, про свои сани. Что это означает? Ну, это в стиле дымковской игрушки. Так, авиатская дымковская игрушка. Раскрас. Сани древние, реставрированные, катят просто супер. Ни одну зиму катали. Оливер Мукинди, переехавший в Татарстан из Конго, участвует на таких соревнованиях впервые, да и сама горка, снег и лед для него экзотика. Как он отмечает, не всегда тренировки могут помочь. Сани под названием «Дружба народов» не доехали и до середины горы, перевернулись. Вообще веселый вообще момент. Я не ожидали такой кайф. Чтобы сделать сани, много материалов не надо. Эти, например, собраны из обычного пластика, а эти вообще из картона. А у этой команды даже не сани, автомобиль. Все прошлогодние ошибки исправили, сани разобрали, обратно все собрали, все выровняли красиво. Если горка ровная, то, соответственно, до победного, до финиша. Как и обещал, на прошлом фестивале скатился с горы и глава Мамадышского района Анатолий Иванов. Непередаваемые ощущения и полный адреналин поделился он с журналистами. Ну давайте поприветствуем! Давайте поскандируем! Мамадыш! Мамадыш! Я каждый год собирался, в этом году наконец-то решился, значит, скатиться с горы. Это адреналин, это настоящий адреналин, это скорость, это, значит, азарт. Вот. Действительно, это здорово, здорово. Я завидую всем, кто вот каждый год спускается с горы. Интересно, забавно и, самое главное, креативно. Фестиваль «Санифест 2021» этим и славится среди зрителей. Эмоции зашкаливают. Вообще все супер организовали, молодцы. Был установлен и рекорд. На фестивале «Санифест» испекли самый большой блин в нашей стране. Его диаметр 2 метра 52 сантиметра. Побит рекорд города Дмитров. В 2014 году там испекли блин 2 метра 17 сантиметров. Блин пекли повара политехнического колледжа, повара рецепты раскрывать отказались. В будущем по нему намерены установить мировой рекорд. И вот он, самый большой блин в России, испечен. Поздравляю! Большие молодцы, с первого раза, 7 лет не могли установить этот рекорд. Рекорд побит! 2 метра 51 сантиметр, именно таким диаметром испекли сегодня в Мамадыше блин и тем самым установили российский рекорд. Сейчас я этот блин попробую. Первый блин. Этот блин не только самый большой, но и самый вкусный! Организаторы обещают повторить фестиваль снова. Это уже бренд Мамадыша, говорят они. А тем, кто все еще не осмелился приехать и скатиться с Мамадышской горки, советуют участвовать и готовить сани летом.